они мне просто дают воду бесплатно. Бесплатно? Да. И вафли. Cold and hot. Вкусная вода. Главное, чистая. Эй, hey, всем привет! Сегодня очередной букдейтинг, то есть пришел, услышал, не услышал, переспросил, прочитал. Сегодня успешные люди будут делиться советами, будут советовать, какие книги прочитать и как стать успешным. Будьте с нами, будет весело, это портал YouMedia, меня зовут Ануар Абдраимов, поехали! Жүргенім де бір күлі Күйдіріп алма қолыңды Ыстық болады жүрек ұмытпасаң жолыңды Айналаң зұлымдық Бірақ көрсетпе жүзіңді мұңды Білікті бірді білімді мұңды Олжас, ваши любимые книги? Молодежь, читайте «Путь Абая». Это взорвет ваш мозг. Бір сағаттың ішінде 24 бет оқып тастадыңыз ба? Минутына қанша сөз оқисыз? Пайе, бір сағаттың ішінде. А раз на Инстаграм барин, да? Вы братья? Что, не видно, что ли? Можно я со старшим поговорю? Покажите про Астана же старые. Астана же старые, хорошее движение, которое они делают. Мне нравится. Да, молодцы. Можно вас обнимем? Сегодня я здесь ради вас. Я ему тоже ничего не платил, честно. А ты услышишь меня? Я слышу, вот, слышу тебя. Хорошо. Только я не вижу. Так. Два вопроса у меня. А Айзан, у тебя все дрожит. У тебя все нормально вообще? Все отлично. Вы считаете себя умным или красивым? Один вариант. Красивым. Я рекомендовал Людмилу Улицкую, я рекомендовал Эрик Мария Ремарка и рекомендую Жюля Верна. Вот. Спасибо, Алишер. Вот у меня мечта с детства. Можно обниму вас? Конечно. Да, прочитав эту книгу, книги Лема, вы поймете, что мы просто... Люди, а самое главное – это интернет. Нет, нет, что мы ничтожество, что мы просто маленькая песчинка, просто такое миллисекунда происшествия Вселенной. Сен де бір кірпіш түйінде кетігін таптабар қалан, әр қайсыңыз өмірдің қабырғада орындарыңызды тауып, қаланыңыздарда біздің еліміздің бір негізін қалап, негізі болыңыздар сол елді. Подошел к концу проект «Букдейтинг». Всем советую читать много книг. С вами был молодежный портал YouMedia. Будьте с нами весело. Зовут меня Ануар Абдраимов. Встретимся через неделю, либо через месяц. Ну, встретимся. Пока. Hey!